10 мая. Расстанавливаем маточники в нуклеусы, которые были сформированы позавчера на две додановских рамки. Формировали мы их, расформировали так называемые хвосты, остатки из-под пакетов. И семьи, которые выбраковали весной, которые по нашим параметрам не подходят. И сегодня идет раздача маточников в эти нуклеусы. Значит, нуклеусы двухрамочные на рамку Додана и трехрамочные на рамку Додана. Вот так устанавливается маточник. И через 15 дней проверяем, кто сеет, кто не сеет, где не сеет, убираем перегородку. И все, больше и используем в дальнейшем по назначению после цветения акации для формирования отводков. Мы в этих нуклеусах можем своих маток продержать и 2-3 недели, в чем их преимущество. Но эти нуклеусы мы используем только для своих нужд. А вот здесь у нас находятся шестиместные мини-нуклеусы, которые мы сформировали вчера. Мини-нуклеусы мы формируем только на неплодные матки. Вчера сформировали, здесь они у нас на отстой будут 4-5 суток. Сегодня будем доформировать остальную партию. Задача на сегодняшний день доформировать вот эти мини-нуклеусы. И на сегодня по плану у нас как бы все. Вывезли на рапс. Практически отцовские семьи здесь остались. Ну все, буду заканчивать.